Привет всем танкисты, с вами ваш Бомбилка, и сегодня у нас несколько интересных новостей для вас в этом ролике. Во-первых, мы поговорим про несколько новых прем-танков от ВГ, про подарок для ветеранов, который уже можно забирать и который я, собственно, тоже получил. И дальше... Как я получил премиум танки на халяву практически? Это касается данного ролика, тоже будет дальше вся эта инфа. В общем, оставайтесь вместе с нами, мы начинаем. Ну а для начала, собственно, несколько советских премиум танков, которые поступили на супертест. И один из них легендарный Т-52. Да, разработчики перевели его с 5 на 6 левел, дали премиумный статус и порезали некоторые характеристики. Но, конечно, безусловно, вернуть эту легенду — решение правильное. Но разработчики пишут, что он теперь будет скорее золотой, чем премиумный. И машина будет не для продажи. То есть, скорее всего, я так понял, он будет за что-то выдаваться. И, может быть, будет даже подарком для ветеранов. Премиум танк Т-52. Но это еще не все. Подарки для ветеранов. Сейчас будет еще инфа другая. Это не самое ключевое, это просто мое предположение. А я расскажу про подарок для ветеранов, который уже выдали. В общем, вот он Т-52, немножко неуклюже. Еще моделька, но тем не менее, это же супертест. Все понятно, давайте еще характеристики вам покажу. Но зачитывать не буду, кому интересно, прочитайте на паузе. Ну а мы едем дальше. Новый премиумный танк, еще один советский. ЛТ-432, объект-432. Это еще один золотой танк, который поступил на супертест, и снова советский легкий танк, но уже абсолютно новый. Будет он, я так понял, все-таки уже для продажи, и обладает такими довольно неплохими, как мне кажется, характеристиками. В общем, стоит взглянуть, кому интересно, почитайте характеристики, и все, собственно, сами поймете. Но он тут в двух вариантах характеристик показан. Но, как всегда, разработчики смотрят, разработчики тестируют. И посмотрим, попадет ли этот танк. Я думаю, более подробно поговорим в отдельном ролике про эту машинку. Дальше. Новый подарок для ветеранов выплатили. Так сказать, выдали, выплатили. Не знаю, как правильно. Выдали, скорее, танкистам. Этот подарок у нас будет получен и уже получен теми, кто играл 5 лет в World of Tanks. И, как всегда, это скидка 30% в премиум-магазине. Такой классический подарок ветеранам. Но, тем не менее, можно сказать, новый, потому что про него до данного дня мы еще не говорили. Так что присаживайтесь поудобнее и слушайте остальную информацию ролика. В общем, премтанк, 30% скидка, все в принципе ясно, все понятно, обсудили, да. Едем дальше и, наверное, сейчас перейдем к самой интересной информации ролика, которая больше всего всех волнует. Это именно те крупные премтанки, которые были в названии. Давайте смотреть, погнали. И вот мы уже обсудили подарок ветеранам, и самое время анонсировать очень интересную штуку, халяву и розыгрыш. В общем, начнем. Начнем мы с нового кейса на вот такие наборы. Такого еще не было. Посмотрим, повезет ли мне сегодня выбить что-то крутое. И здесь, кстати, неплохие предложения. Одно, правда, совсем слабенькое пополнение резерва, но в целом, по-моему, круто. Так, я проверю, чтобы все было ништяк, и... Ой-ой-ой-ой-ой, огневая мощь Германия! Я поднял набор, который стоит 2000 рублей за 999. Наконец-то мне повезло, вот в прошлые разы мне дико не фартило на наборы, но все-таки повезло. Так, тут я все правильно сделал? Еще раз проверяю, потому что я недавно записывал ролик, а запись забыл включить. Ладно, давайте теперь главный кейс поиграем. Здесь еще Скорпион, Эксельсиор. Ну а сейчас я вам объявляю действительно уникальный розыгрыш.
все, что я здесь выиграю, во-первых, я всегда, конечно же, обязательно под ноль раздам вам рано или поздно, когда у меня появится время на стримы. Для участия в этом розыгрыше нужно поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, а также оставить позитивный комментарий с игровым ником. Кстати, нужно 5000 золота получить на халяву. Кстати, если хотите тоже на халяву на вот кит получать 5000 голды, переходите по ссылке в описании. Там еще есть уникальный бонус-код мой для вот кит. Забираем 1000 голды. Вот сюда, вот сюда вводите бонус-код. Этот плюс 10 дает, а мой будет давать плюс 15. По-моему, вообще классно. Вот так вот. Давайте еще откроем и выбьем какой-нибудь прям танчик. Кстати, сейчас откроем, посмотрим, какой именно набор я выбил. Я выбил набор Германии, получается. И еще в этом видео хочу анонсировать... Ой-ой-ой-ой-ой, Пантера М10 за 6000 голды. Я выбил Пантеру М10. Мне выпала Пантера М10, это круто. Это уже круто. Набор Германия, вот они. Огневая мощь Германии, это круп. И получается Дикер Макс, да? Ага. Так, главный кейс. Давай дальше. Ой-ой-ой, СТРВшечка, 50 голды. Шкода, давай на СТРВшечку выбьем. СТРВшечку. Ребята, и у меня для вас уникальная возможность для зрителей этого ролика получить 10 тысяч голды. Будет 10 призов по 1000 голды. Результаты будут в следующем ролике про сайт WhatKit. И что нужно сделать? Нужно скопировать ссылку на этот ролик. Она находится на YouTube. Вот прямо вверху ссылка на этот ролик. И разместить этот ролик у себя на своей странице. И добавить, так сказать, надпись, хэштег. Вот он сейчас появляется на экране. На экране появляется хэштег бомбилка вот. И вот, собственно, вот он. Этот самый хэштег. Разместите его у себя на странице. И по этому хэштегу я буду искать ВКонтакте и выберу 10 победителей. По 1000 голды они получат. Вот такой вот нестандартный способ. Я им напишу в личку со своей официальной страницы. Вот давайте я официально свою страницу покажу. Вот группа Бомбилковод, и вот здесь моя официальная страница. Вот она, только с этой страницы я буду писать. Ссылка на группу Бомбилковод находится в описании. Кстати, здесь еще проходит розыгрыш бонус-кода. Тоже можете принять участие, итоги уже 16-го, завтра, сегодня 15-е, завтра будут итоги на 3 бонус-кода. В общем, что вам нужно сделать? Фактически нужно вот здесь написать хэштег, и хэштег бомбилка, так, вот, вот такой вот хэштег. Дальше вы заходите на YouTube, сейчас я покажу специально, чтобы было в видосе видно все, да? На YouTube, вот, выйдет, например, новое видео, не вот это, а то, которое сегодня. Вот вы смотрите ролик, так, смотрите ролик и копируете вот эту ссылочку, можете даже так, в принципе, он сработает, и вставляете сюда, да, и жмете отправить, да. В итоге вы видите вот этот хэштег, по нему я, собственно, буду искать ваши посты и отправлять победителям призы. Вот так вот. И для участия, конечно же, в этой штуке нужно поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик и оставить позитивный комментарий с игровым ником. Ладно, продолжаем. 750 золота. Ну, мне уже нехило так повезло. Выбил 3 прям танка фактически. 2 в наборах и 1 вот здесь просто в главном кейсе. Так, каждая 6-я игра бесплатна, я должен еще пару бесплатных игр откатать. Сюда, 200 золотя, 200 золота, 200 золота. Кстати, скидка на кейс с золотом, по-моему, закончилась или нет. Или она и была студентом. Ладно, так, FV Супер Першинг. Супер Першинга хочу. Давай, куда-нибудь по центру долбанем, по центру долбанем сейчас. Оп. Ой, 1000 золота, где были? Здесь были прям танки по бокам. Твою дивизию. Давай еще. Ой, 3 прям танка здесь.
Шанс очень хороший. Шанс просто мега крутой сейчас. Давай, 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 сюда. Матильда Блэк Принц. Самый худший из трех, но тем не менее центральный приз по общей стоимости. Тоже неплохо. Як Пантера, 8-8, Локаст. И маленькие голдовые призы. Так, я хочу Як Пантеру. Я хочу чертову Як Пантеру выбить. Сюда давай. 50 голды. 50 голды всего. Так, Шкода Т-40. 5000 золота. Шкоду хочу. Или 5000 даже лучше будет. Так, давай по центру. Ой, 200 голды. 200 голды. Чё так мало? Так, открываем дальше. Мне еще... Ой, два принтанка. Из 6 и Т-34. Из 6 и Т-34. Ну-ка. Ой, 750 голды. Ну, под конец что-то удача меня оставила. Но как я начал? Как я начал? Пантера М10. Танки Германии. Наборчик открыли прямо сходу. Так, давай что-то вот по центру по-любому сейчас будет. 1000 золота. По центру не очень вообще призы. По бокам вот чаще всего, я заметил, выпадают. Ладно, ребята, на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте про опубликовать у себя на странице с хэштегом «Бомбилка». Вот таким вот. Обязательно и ссылочку на этот ролик, который вы смотрите. Здесь я старый разместил, потому что, ну, нового еще нет, вот я его записываю. В общем, 10 человек получат по 1000 голды. Я им напишу ВКонтакте и, собственно, к следующему ролику постараюсь опубликовать все результаты. Все, всем удачи, увидимся, пока-пока.